Иначе у вас будут проблемы со слухом. Там и у меня тоже. Я отрезал в записи все вот это. Конечно, вот это не увидите, вот эту часть. Вот это тут внизу. На стриме вы увидите все. Но в записи я буду... Я убираю вот это все. Нижнюю часть вот эту. Ну и да, всем привет, с вами StoneCrush, и мы продолжаем катать яйцо. Как же мы любим это делать? Не знаю. Но я вам так скажу, если мне сегодня не повезет в этой игре, я... Ну я не скажу, что игра плохая, но она нормальная. Твой ноут на ремонте, привет, Антон. Сколько раз-то твой ноут будет на ремонте? Надеюсь, за приключениями моего яйца. Неудобно, конечно, все сделано, вот этот экран, блин. Кнопки не всегда срабатывают. Но это не 10 из 10 игра, сразу говорю. Это уже третий раз, ну да. Ну а что ты, ну что ты хотел? Ты задумал, игра где пробежится за 5 минут? Одна ошибка и все. И пиши, как звали. Поминай, как звали, правильно так-то говорить. Ну, какая разница. А я тебе второй смотрю прохождение. И это, ну, такое себе. Блин, чат пытается подключиться. Че у нас, стрим, что ли? Подключился? Да нет, вроде. Пиши, если со стримом что-то случится. А, ноу третий раз чинится. Какие-то мастера непонятные у вас. Чё, в Крыму нет? Как же я много слышу хваленых отзывов о Крыме, а как только... А сейчас уже... Ой, слышал. Ничего хорошего в этом Крыму нет. Это не политика. Крым на самом деле ничем не примечателен. Другим людям сдал. Ну вот в этом-то и проблема, что надо... Надо знать, кому сдавать. А кто-то на твой компьютер доту установит и будет в нее играть. Я читал отзывы. Я угорал, конечно, с этого. Такое бывает. И такое может быть. Кстати, а если я сюда... А сюда нельзя, да, прыгнуть? Блин, так манит эта штука. Блин, не повезло.
Яйцо, яйцо. Честно, я очень напряжен, когда играю в это яйцо. Я вчера почти прошел. Значит, живыми не уйдут. Что за угрозы? Да ё-моё. Так, вот это вот убираем пока. Ладно, пофиг на эту муху. Потом, наверное, ее уберу. Сейчас мне надо потренировать одно место. Пошел я тренировать одно место. Уйди, рыба. Привет, Кирилл. Когда просят сделать ноут, они его ломают. Ну, что поделать. Есть такие мастера. Так. Нет. О. Сработало. Смотрите-ка. Так. Бога надо убрать. Ну-ка. А так. Куда? Ладно. Так сойдет. Как сказать, сойдет. Да какой читер так задумано, ё-моё. Какой... Это не чит, это так и есть. Читер, блин. Ты меня обвиняешь в том, что игрой задумано. Прозевший. Пойдем за лопатой. Надо бы читером меня называть. Блин, мне лопата нужна и... Ладно, пока лопата пускай будет. Я играл в эту игру. Привет, Николай Соколов. Но она сложная. Ну как сказать сложная, нормально. Одна жизнь, блин, всего.
читер. А, начинается. Меня читером в читерстве обвиняют. Сейчас ты еще скажешь, если я вот так сделаю, тоже читерство. Тоже читер, да? Мне терпения пока не хватает пройти эту игру. Ну потому что одна жизнь — это как рогалик какой-то играть. Так, топор донесем. Давайте. Так, у нас есть топор, это есть. Библию можно унести тоже. Хе-хе-хе, ага, хе-хе-хе. Что смешно, а мне нет. Мне бы сейчас пройти вот это место неприятное с огнем. Так, взрывчатку потом заберем. Пока суть не важна. Пока она мне не нужна, точнее. Я в курсе, что можно только три вещи с собой убрать. Я в курсе этого. Я уже в курсе всего. Мне только осталось исполнить, и проблем не будет. Так, ну топор, Библия. Можно и сейчас, конечно, с этим справиться, с топором Библии. Но я не хочу пока. Я пока возьму костюм себе, огнеупорный. Успею, нет? Успел. Ух. Блин, Антон. Вот это в духе Антона. Вот это я одобряю. Мне надо понять, как там пройти. Остальное я все знаю. Я знаю, как забрать сокровища, я знаю. В общем, все я знаю в этой игре уже. Все сложности. А на ключ еще забрать? Ну ладно, ключ потом. С ключом я разберусь. Проблема вот здесь. Библия, где мистик. Нужна, чтоб молния не шандарахнула. Я в курсе уже этого. Я уже это вчера провернул. Я сам об этом догадался. Да ты, блин. Яйцо, конечно, неуправляемое. Ну хорош ты катиться-то, а? Лучше скажи, как сделать так, чтобы яйцо так не катилось по-жесткому. Управление все-таки сложное. Да блин. Ну. Ура. Библия от молнии спасает. В курсе? Да, в курсе.
Вот от этого как спастись? Мне вопрос. Вот у меня вопрос. Вопрос на миллион. Ну-ка попробую. Фух. Блин, а вот это как? Фух. Прошел с первого раза. Ну да, от камня, вот это вот, вот это самое сложное для меня. Я это не смог пройти. Блин. А вот теперь что мне делать? Ура, ага. Пока еще не ура. Мне сейчас надо как-то выбраться. А, на взрывчатку пока забью. Тут рыба проблемная, вот это. Фух. Пого надо было брать, брат. Какое пого? Ты чё несёшь? Пога уже давно сделано. Пога нужно было, чтобы огне этот, огнеупорный этот костюм. Так, надо пойти к мужику отдать эту штуку. Великое хаг... золотое яйцо, я так понял, да? Золотое яйцо. А сюда можно пройти? Ну-ка. А, можно. Я думал, меня убьют эти идолы. Это замечательно. Вот водка, которая тебе нужна. Спасибо. Читер? Да какой читер, блин? В каком месте-то я читер? Ты мне хоть скажи. Так, а водка-то где моя? Так, у нас есть ключ. Теперь надо ключ использовать. Так, у нас есть рубль снорки, фаерпруф, ключ. Все, ключ идем использовать. И можно будет огненный костюм выбрасывать, потому что он только для прохождения через огонь. Так, и вот... А, нет! Сейчас надо вот это дотаскивать. Хотя огненный костюм можно будет выбросить потом. Винтажные бренди... Старая бренди. Ему, короче, надо мужику отдать. Я думаю, можно уже фаерпруф костюм убирать отсюда. Блин, так как... Давай сюда его куда-нибудь запихаю. Смотри, не споткнись. Сейчас, погоди. Смотри, рыбе не попадись. Вот что надо говорить. Но зараза, это рыба. Сосредоточиться. К
Как всем вещам нужно думать, игра очень интересная. Ну блин, это во многих квестах надо думать. Это же жанр такой квест, но это не совсем квест, это платформер квест. Ко всем вещам надо думать. Есть игры, где тоже надо думать ко всем вещам, это не ново. Дело в том, что логики в игре. Я могу объяснить, почему. В чем нелогичность, если в игре. Так. Мотор. Я проходил Fantastic Adventure Dizzy. Там тоже было, блин, жесть сложно. Ну, никак, не так сильно, конечно. Я проходил еще какой-то Дизи. Я две части Дизи проходил. В одной... Надо было прыгать на... по платформам, а это было очень долго и сложно. Мало того, что надо дойти до босса, так еще, блин. Убер Снорклел, динамит. Так, ну динамит можно сейчас использовать, пойти. Почти у яйца ноги, руки. Мне не прошляпить. Вот чего я боюсь, так это вот умереть в этой игре. Игра бы была бы интересная, но... Игра интересная, но дело в другом. Одно неверное движение и смерть. Блин. Ладно, подожду. Я не рискну. Дело в том, что можно забыть, где там клетки, которые опускаются, и умереть от этого. От этой глупости. Так, динамит у нас есть. Можно от огня просто умереть тупо. Тупо прыгнуть не там. Вот здесь, например, прыгнул и все, умер. Замечательно же. На финишной прямой. Так, ну мухи, ладно. Так, надо еще вот это вот использовать. Но мы сначала пойдем взорвем. Так, обязательно вот так вот надо обходить это. Так, дальше идем. Так, сюда не прыгаем, тут клетка. Так, используем сейчас динамит. И используем этот. Во. Так, мешочек с золотом. Я уже третий стрим играю в эту игру. И там я все время на нервах был. Что на первом, что на втором стриме. Ну, я сейчас... Конечно, тоже на нервах. О, повезло. Так, ну, заберем, наверное, это. Магический камень.
Я бы пошел сейчас. Мне, кстати, безопаснее по низу ходить, чем по верху. По верху я могу просто нарваться, значит, на кого-то. Так, Библия с топором пока подождут, наверное. Наверное, подождут. А, беги. Почему-то такой путь мне кажется безопаснее. Так, сколько у нас там осталось чего? Блин. Там две монеты внизу, я так помню. Я, кстати, монеты не знаю, где еще найти. У меня могут быть проблемы с монетой. Так, магический камень сейчас использовать или нет? Нет, давайте потом. Привет, сэр. Ага. Галон Петровов. Что такое Петров, я не знаю. Бензин какой-то, что ли? А где еще монета-то? Давайте магический камень используем. Ой, куда, куда? Ух. Чуть не прошляпил. Где я мог монеты еще? Там, по-моему, не было. Так, вот эти убивают, мне интересно. Вина нет. Может и да. Вот это мне не нравится, вот эта штука, она небезопасная. Если честно. Да, кажется, да, сейчас срежу. Угу. Можно вот так вот опуститься. О, аккуратненько. Так. Пара флипперов нам не надо. Я не знаю, эта штука нам нужна еще. Надо ее оставить, а то вдруг. Так, пойдемте Библию брать. Ой, не Библию брать, а. Плаваешь? Да я бы лучше так не плавал. Блин, в воду же надо, ё-моё. Сейчас бы сдох еще так тупо.
Блин. Все, я в тупике. А, но я могу перенаправиться. Ладно, подождите сейчас. Это я зря сделал. Но у меня не Библия, все дела. Но оно не будет бить, пока я сокровища не возьму. Блин. Вот так надо делать. Так, Библия есть, сокровища есть, все, пошли отсюда. Где же еще есть монеты? Так-то Библия нам уже больше не нужна. Хотя ладно, на всякий пожарный возьму. А где же еще-то эти монеты? Ну я знаю, где еще две. Ну и все. Так, Библия теперь нам не нужна уже. Так, ну все предметы, да? Фу, так, ну все, идем сокровища. Монет 30. Надо монет. Я не буду рисковать. Так, сюда прыгаем. Еще монета. И там внизу монета еще. Что это было сейчас? Игра. Так, еще две монеты. Ай. Можно? Надеюсь, рыба не убьет. Фух. Так, тут обязательно надо перепрыгнуть. Еще монету одну надо. Ну, две точнее. Держи. Проститься, то типа, то ты был моим лучшим клиентом. Ты был единственным моим клиентом. Ключ зажигания. Куда она уходит?
ты сбежал с острова, но ты еще, но тебе еще нужно собрать все 30 монет. Как ты думаешь, ты прошел? Пойти на лог-заводку, в следующий раз принеси мне 30 монет. Блин. Ну видите, игра не считается пройденной. Если не собрал 30 монет. Дело в том, что это опасно вот это прыгать. Это очень опасно. Ух. Теперь мне надо найти последнюю монету. Где она может быть? Блин, так успешно пройти и сейчас сольем вообще никак. Блин, я не хочу сливать. Где еще одна монета? Внизу, что ли? Ладно, у меня есть. Там этот огнеупорный. Я специально его здесь оставил. Где монета их последняя? Блин. Ну, конечно, тут может. Нет, тут нету. Ну вот сейчас монету будем искать. Ну, серьезно. Можно сказать, что прошли, но нет. Не прошли, потому что монет не нашли. Блин. Сейчас на рыбе умрем. Тоже не знаешь. Монеты. Ну монеты и что? Давай искать. Привет, Рома. Куды? Где я пропустил монету? Точно не здесь. Одна монета осталась. Ё-моё, да что игра такая-то? Ну я тут монеты все нашел. Где я одну монету пропустить мог? Фиг его знает.
Антон опять ник сменил. Да у него по-разному ник. То он Tempest, то он Зодиак. Ну тут нету, я брал эту монету. Тут тоже нету. Игра, ты серьезно издеваешься надо мной, что ли? Блин, мне надо выяснить, где монета. Ладно. Слушайте пока музыку. Ну это, блин, издевательство. Я замаялся уж искать эти монеты. Как же бесит. Я собирал 14 монет в начале. Да, я одну не дособрал, но я ее собрал потом. Которая муха была. Ладно, смотрим дальше. Так, эту монету. Здесь нет монет, окей. Эту монету я брал. Эти монеты долбаные. Извините за ругательство. Монету внутри я брал. Эту брал. Ты я брал монету тоже. Эту, по-моему, тоже брал. Так я это сейчас поищу. Понятно. Я нашел ее. Я нашел ее. Ну, блин, осталось только не умереть. Так, я не помню. Сюда, по-моему, можно, да? Я знаю, где она. Так, рыба, иди нафиг. Во. Вот в этом кусте оно. Я же говорил. Неочевидная фигня. Сейчас как бы на лодку запрыгнуть. Блин, видите, как она едет, лодка? Вернись на место.
Куды? Направо. А чё она направо? Вот это оборзевшая лодка. Она не хочет идти направо больше. Нормально. А как я допрыгнул? Как-то тут стрёмно. Да. Серьезно, стоять надо на месте? Ух. Поздравляем, ты сбежал с острова со всеми 30 монетами. Ты прошел игру. 30 монет. Впечатляет. Ты сделал все. Прощай. Мы встретимся снова. То есть все, это конец, такой вот конец. Конец? А где там титры какие-нибудь? Да уйди ты. Что происходит? Ну считайте, я прошел. Это смех просто. Ну и долго так будет. Все, я перепрыгнул мужика. Да, и стоило того. Ну, как бы сказать, игра 87-го года, в принципе, то, что в ней нет такой концовки с титрами, в принципе, это простительно. Ой, да ты серьезно, ну застрял ты там, а? Как же я замелькал все, а? Ну я обрежу эту запись. Мы все с первого раза прошли. Ура! Игра пройдена. Все, игра пройдена. Неожиданно, но нормально. Прошли быстро. Хотя, блин, я бы вообще не был готов, что я пройду. Я думал, я на 5 часов засяну. Ну и пока смотреть на победную картинку, а я пока отойду. Ну что же, игра пройдена, можно выключать и выбирать следующую игру. А мы не ангелы, парень, нет, мы не ангелы.
Мини яйца, блин, нет, мини яйца. Отставь, пройдено. Одни эмоции. 53 минуты. Нормально. С этими монетами, конечно. Ну, в общем, я поставлю 8 из 10. Хорошая игра, но... Есть свои косяки, конечно же. Одна жизнь тоже. Это многих оттолкнет. Многие не будут в это играть. В эту игру. Многие скажут, что игра слишком сложная. Ну, я бы не сказал, что она слишком сложная. Она средний слот. В общем... Она не сложная. Просто она тебе дает понять, что не будет так все просто, как кажется. На самом деле все кажется так-то не наоборот сложно. Ну, я 8 ставлю. Хорошая игра со своими косяками, но куда хуже. В разы хуже. Даже несмотря на то, что тут на жизнь. Есть игры, блин, с бесконечными жизнями, а играть в них неинтересно. Но если бы в них была одна жизнь, это бы ничего не изменило. Есть такие игры. Игра интересует. Поэтому вот так вот. Ну, всем, сейчас будет, сейчас я вырублю стрим, и будет другая игра. Но выбирать буду другую игру вне стрима. Что это будет, я не знаю. Но хотелось бы что-то не квестовое. Ну или не с одной жизнью. Ладно, я вырубаю эмулятор. Мы насмотрелись этой заставки уже. Игра пройдена, все честно, никакого читерства, никаких чит-кодов, прочей фигни. Все. Игра пройдена. Ура, прошел. Итак, ну, в общем, Никита, если хочешь, подписывайся на канал. Тут, как бы видишь, игры проходят. Не все, конечно, но какие-то проходят. Ну ладно, спокойной ночи. Николай, Николай, блин, какой Никита, Николай, извини меня, извини, Коля. В общем, никуда не уходите, кто не ложится спать. Ну, да, надо еще сказать кое-что, фразу свою завершающую. Всем спасибо, кто смотрел, день спасибо тем, кто смотрел в записи, день спасибо тем, кто писал в чате. Подписывайтесь на канал на YouTube, на Twitch, на GoodGame, также в Facebook и Одноклассники. Никуда не уходите, скоро случайный выбор также.